Приближается 8 марта, Международный женский день. Сегодня мы узнаем, сколько потратит мужчина на подарки для своих любимых. 8 марта приближается, сколько потратит любимый на подарки? Много. Не знаю. Нисколько. Пусть секрет мой останется. Вдруг увидит. Все. Все деньги. Абсолютно. А мне зачем нужны? 3000, наверное. Примерно 4, может. Я ей, знаете, как обычно говорю, я подарок сам. Посмотрим, не знаю, сколько не будет, потрачу. Около 3-5. А в среднем в нашем магазине мужчины тратят примерно 800 рублей на своих женщин.